Вот мы тоже соседи, Сапаров Мамарасова, он пострадавший. Он сейчас, он вообще-то инвалид второй группы. Он в 2005 году, вот это, когда люди захватили, он тоже вот эту землю взял. А, он фундамент залил, вот старый фундамент у него. А, потом стена построил он и не смог до конца строиться, потому что у него денег не хватило. Он инвалидом болеет сейчас. А потом в прошлом году, в 2018 году, вот этот, который хозяин, пришел, если другой хозяин пришел и вот это построил. Мы соседи собрались и задали вопрос вот этому человеку. А он сказал, купил 280 тысяч сомов зам Айлекметы Улана. И там Гульби Дондоева есть, и Мырзаканова есть, у нас видео есть. Потом соседи собрались и сказали, вот это участок Сапаров Мамарасула, почему ты, не спрашивая, вот, незаконно построишь вот эту стену? Вот сейчас он пострадает. Вот таким образом Сюим Мырзаканов, Улан Джумабаев таким образом рейдерством занимается, малоимущих семей отобрают земли и другим продают. Таким образом вот мы обращались, и Сапаров Мамарасул тоже три раза заявление написал участковую Чингиз Джумабаеву. Он закрывал и укрывательством занимался, защищая Сюим Мырзаканова и Улан Джумабаева. Вот сейчас рассматривался, не знаю, как вот, действует. Вот таким образом они вот, укрывательством занимаются и вот рейдерством занимаются.